Показать все, на что мы способны, потому что вот именно завтра, во время показательных полетов, будет присутствовать основная масса моего начальства, моих спонсоров и мои, так сказать, от которых я некоторым образом завишу. Поэтому просьба, сразу же завтра мы должны показать себя во всей красе, начиная от построения и до 12 часов полетать. Понятно, да? Есть. А на каком пляже будем летать? Сразу же на центральном пляже, за Домом культуры. Там все в грибках, а слева, где была большая сцена на Черноморских играх, там пустое место. И там место до сих пор пустое место. Ну, где мы летали всегда? Мы же ходили там, там забито все народом. Есть там трошки есть. Если летать, как идти на... Туда, на катере. Если ветерок будет южный с моря, то нам летать будет великолепно. Новомосков. Да. А что так тебя? Ну, не забывайте, за две как минуты. Как ваша команда называется? Наша команда называется. Слушай, завтра я на открытии буду представлять, как это называем город, называем город. Вот ничего себе. Центр позашивной работы. Центр позашивной работы, так? Да. Новомосков. Так я ж доказую. Ні, центр позашкільної. Я розумію, ну команда. Це дуже сильно як батьків. А у Восьмійських небесах, це якось мероприятие було, Улитки в небесах, кстати. Ну це в нас. Це хороше. Улитки в небесах, Дуленко проводить этот фестиваль. А, що до вас знакоме? А куди ж він потім скаже, чуєте, плагіат, скаже, прийде, плагіат зробить. Друзі, зараз мені позвонять, і мені потрібно буде зустрічати їхати Миколаїв. Давайте мисленько обсудимо наші, кого я не записав. Таких нет. Чудесно. Едем далі. Положение написано. Стартовый взнос 5 гривен с участника. Это имеется в виду ребенок и руководитель. Все сдают по 5 гривен. Эти деньги мы... Наш спорткомитет расходует на приобретение грамоты и накладные расходы. А за грамоту нужно платить? Не понял. За грамоту отдельно нужно что-то... Ну вот это же... Отдельную грамоту. Вот 5 грамот. Вы сдаете каждый по 5 гривен. По 5 гривен. Все, и все. Каждый участник. Да? Понимаете? По 5 рублей вы сдаете. Оправдательный документ за эти деньги... Никакой. Проблемно сделать оправдательный документ, потому что приходный кассовый ордер мы выдать не имеем права, мы можем сделать только такую справку. Написать, что команда в составе таком-то, из такого-то города принимала участие в таком-то фестивале, в таком-то городе, с такого-то по такое-то числа. И, согласно положению, внесла 5 гривен с человека стартовый взнос. Директор Центра детского творчества Маркин и председатель комитета фестиваля Емельянов. Печать и наши подписи. Если вас такая устраивает, то я буду перед своим начальством подготовить, чтобы такую бумажку писать. Но я не уверен, что ваша бухгалтерия ее будет принимать. Нет. Да я не уверена, что я? Ваша бухгалтерия. Вызовешь, написано, что стартовый взнос. Вызови, написано, что я? Ваша бухгалтерия, это считается... А наша причем? Как это? Вы не знаете разве? Что это считается, то, что... Это самое... Ваша прибыль. Это хрень, вот это вот 5 гривен человек. Да, это да, да, не подлагается да. Уголовно. За это меня могут... Если не в тюрьму посадить, то наказать. Нет, ну почему здесь тюрьма? Просто вам придется это, эти стартовые взносы отражать у себя в учете, как прибыль. Лучше не связываться. Лучше не... А что робить, гад? Это я вам просто советую. В прошлом году, вспомните, я собирал с каждого по 5 рублей на выписанную грамоту. Собирал просто никаких не часа. 18. Эту программу мы выполнили. Завтра. Открытие фестиваля. И все. Написано в положении. Но кроме этого, мы завтра еще летаем. Не-не-не, нет. Пиши, где часам завтра сюда. В 9 завтра сюда. С вещами. Ну, а насчет того, что типа, чтобы на меня не обижались, ребята, кто не будет выполнять программу фестиваля, тот грамот не получит. Я повторяю, это не только моя. Я вас всех люблю и уважаю. И всем хочу, чтобы было хорошо. Но если мне скажут, Емельянов, а почему Павлоград не летал ни одного дня и не был на открытии? Потом. А ты им грамоту выпишешь. А за грамоты денежки, и не 5 рублей пускают, а довольно-таки больше. Потому что вентилятор идут и прочее, прочее.
Так что давайте, ребята, жить дружно и выполнять программу фестиваля. А программа такая, повторяю, завтра открытие и полеты. Она не сильно нагружена. После обеда купайтесь на море, как хотите, загорайте, полдня ваши. Завтра после обеда. Открытие также в 10. Открытие в 10. В 9 сюда. Сразу сюда напишем. В 9 сюда. В 9 сюда. Записали, да? Это электронное. Со змеями. Спасибо. Со змеями. Послезавтра, 13 числа, в пятницу, стендовая оценка. Положение это записано. Но не написано время. Не написано. Стендовая оценка будет у нас проходить здесь в 10 часов. Значит, на 9 часов сюда приходим со змеями. До 10 мы их разворачиваем. И в 10 начинается стендовая оценка змеи. Чем больше, тем лучше. Учитывается сложность конструкции, качество изготовления, дизайн, в смысле художественного оформления. Вопросы есть по этому? Нет. Нет. Команды, которые не примут участие в стендовой оценке, претенденты на лишение всех регалий. Да. Так, пацаны. 13-го же. Показательные полеты. Это после. Что, Валера? Что делаем? Послезавтра. До обеда у нас стендовая оценка. А после обеда с 16 часов. Показательные полеты на пляже. Полеты. Это вот так, просто, понятно. А куда же ты здесь не едете? Мы, наверное, далеко живем. Мы сюда приедем. Что ты здесь положишь? Можно змеи оставлять у нас. Меня нет. Это я. Олень. Так, еще раз повторяю. Стенд после обеда полет. Произвольные полеты. Скажем так. Во сколько? 16. 16. Да. Кто хочет летать раньше, раньше летайте. Кто хочет там... Я вам даю время до 16, 12, до 16. Это, ну, типа сиеста. Жара, знаете, кто-то хочет пообедать, покемарить. Да, жара. А 16 полет? 16, да. Ну, 16 часов, но там же на пляже. Там же на пляже. Я не понимаю, налево. Морские игры, то есть танцы там, вокал, народные танцы. Ну, так получилось, что Павлоград и Керчь, города побратим. Значит, их мэр дружит с нашим мэром, там различные делегации ездят. Я не знаю, как они пронюхали, что в Павлограде занимаются змеями, мне совершенно было непонятно. В Днепропетровске же на областном фестивале подходит, значит, криворожанка, одна там дама, я говорю, что так и так, мой муж работает в Керчи, он организовывает вот этот фестиваль. То есть не воздушных змеев, а вот этот творческий, так сказать. И они хотели бы, они были на Черноморских играх и видели, как тут красиво мы летаем возле сцены. Они тоже бы хотели. Ну, поехали в этом году, за месяц, во-первых, ее не организуешь, если 2 числа это узнаю, а 2 числа июля уже месяц прошел. То есть я ничего не мог сделать, ну, точнее, что мог, то сделал. Всем выслал положение, обзвонил всех. Ну, вы сами понимаете, что за месяц у вас там различные планы, никак не могут. Предлагалось даже такой вариант. В Москве, там, в Днепропетровску, в Хмельницку. Я предлагал даже бесплатная поездка, оплата дороги, бесплатное проживание. Они, эти организаторы, очень, конечно, расстроены. Говорят, но мы все равно будем проводить. Сложно, это же надо подготовиться к этому всему. Значит, летать там ездят. Город очень красивый. Понимаете? Очень красивый город. Там памятных мест очень много. Ну, есть на что посмотреть. Не так, как в Котовске. 1,5 на 1,5 километра и все. А там город тянется на 90 километров. Там одна пункта, там другая, там какой-то завод, везде памятные места, стоят там памятники, катакомбы, в общем, есть на что посмотреть. То есть культурную программу мне тоже надо. Я вас прошу, если у вас есть такая возможность, на следующий год планируйте себе эту поездку. Ой, да, приблизительно, да, приблизительно на день рыбака. Это 2 воскресенье июля. О,
все понятно. Мне непонятно, где остальные. Где Сашка? Там. А тебе? Вылезли на солнце, ну ничего. Смотри, вон те. Что-то кому послышалось, вы, засранцы. Без даты. Только мне там послышалось. Это не мне, это нашим пацанам, диверсантам. Что там послышалось, непонятно что. Главное это, рыбы лупы. А что остальное? Мы тут есть. Вот так. Так. Вот так. Вот так. Смело. Так. Так. Вот такого, взял змей. Вот, вот такого, блядь, чтоб тебе видно было. То, тебе не видно, а что я? Так. Так, ну мама наперед. Вот там, наперед, присядь. Нет, только. Вот там, голову. О. Так, змеи пропускал перед ногами. Вот так, положил. Все вот, вот так. О, хорошо. Вот так. Видно будет. Так, всех видно. Только лица не видно. Вы эти фуражки понадевали. Фуражки, сними фуражки. Сами прячем в тени. Руководители, проследите. Светит лучик нам в окно. Даже вдоль.
На очередном шестом международном фестивале воздушных змеев хочу, чтобы небо сегодня нам светило ярким солнцем и помогало попутным ветром. Я приветствую всех команд на нашем шестом фестивале. Как приятно шестой раз встречать на нашей гостеприимной Скадовской земле вас, дорогие друзья. Участников и гостей фестиваля приветствуют воспитанника танцевального коллектива Центра детского и юношеского творчества. Встречаем их! Сюжетный танец, так что кто занимается воздушными змеями, понимает, о чем идет речь. А я еще раз приветствую вас и по традиции хочу ознакомить с
всех присутствующих с командами, которые к нам приехали. Я называю команду, а команда себя обозначивает там возрастом. Итак, команда «Голода Павлограда» «Веселый ветер». «Веселый ветер», вот они. Должен сказать, что они к нам приехали не из самого Павлограда, а из приехали из другого фестиваля воздушных змей, из Керчи. Так что считаем, что воздушные змеи соединили город Керчь и город Скадовск. Город Киев, команда «Икар». Ребята здесь есть. Город Донецк. Донецкий областной центр «Аэронавтика». Тоже у нас принимает участие ежегодно. Город Днепропетровск. Областной центр научно-технического творчества, учащиеся молодежи. «Мирное небо». Ребята, у кого руки свободны, пожалуйста, аплодируем. Конечно, у всех почти заняты. Город Москва. Клуб «Крылатская». Ребята, вот замечательные змеи ежегодно у нас участвуют. Город Киев, команда «Розовый слон». «Розовый слон» всем известен. И также еще одна команда из Донецка, команда «Эврика» Калининского района. Город Першотравенск. Першотравенск, команда «Форсаж». Вот эта команда имеет даже свою форму. Город Вознесенск. Две команды, «Чаклуны неба» и «Соколы». Вознесенск. Город Новомосковск. Центр позашкольной работы. Команда «Дебютант» в нашем конкурсе, в нашем фестивале участвует впервые. Я надеюсь, что им понравится. Город Николаев. Дворец творчества учащихся. И город Николаев. Клуб «Татикадзе». Такой. Это клуб любителей воздушного змея. Сейчас они в малом количестве. Сегодня подъедут еще остальные. И обещала подъехать команда «Геническая». Подъехали. Ага, где-то здесь. В общем, собирает свои змеи. Хорошо. И еще на подъезде команды из Белоруссии. Сегодня-завтра они будут. И вольются в наш дружный коллектив. Ну и, конечно, аэрокосмическая группа «Галактика», город Скадовск. Вот состав фестиваля определен. Я хочу сказать несколько слов, за что вы будете бороться. Хотя у нас фестиваль не предусматривает такую строгую спортивную борьбу, но элемент соревновательности все-таки присутствует. Вот видите, здесь на столике есть комплект наград. Кубки, медали и такие ценные подарки. Это все благодаря нашим спонсорам, нашей мэрии, райдаже администрации. Все нам помогают. Я считаю, что эту помощь должны оказывать не только власть имущие, но и каждый человек, который неравнодушен к детям, неравнодушен к развитию технического творчества, должен внести какой-то свой вклад, любой. А я желаю всем чаще смотреть в небо, потому что это исправит вашу фигуру, будете стройными и красивыми. Ну и всем высоких полетов. Спасибо. Делаем семьи и молодежи. Маркин Виктор Андреевич, директор Скадовского центра детского и юношеского творчества. Это именно центр детского и юношеского творчества стали инициаторами проведения такого прекрасного фестиваля. Я приглашаю к микрофону Мазнова Сергея Александровича. В нашем городе фестивалем, который проводится на Северном Причерном море в городе Скадовске, где Таврийская степь соединяется с морем. У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, 33 богатыря. Это все Пушкин Александр Сергеевич писал о наших местах. Прекрасно, что сегодня у нас здесь гости из центра Таврии, из Каховки, где Чумак, вы знаете, есть. И все мы поздравляем вас еще раз с этим прекрасным событием. Желаем вам хорошо у нас отдохнуть. Приглашаем всех вас к нам в гости. Едьте к нам с родителями, с друзьями, с родственниками. Приезжайте, мы вас ждем. Всего вам хорошего. Thank you.
Я вижу. Уже собирались там на то. Далее. Все наоборот. А ваш прилег там? Ваши змеи где? А наши там сбоку стоят. Здесь нет змеек. И так не было у нас территории в нашем городе. Так. Ну это как титульный змей, горсофор, его эмблема. Провизация. Маленький пилотак. Такой лев. Мостом для него специально кисточки. Звездочка вот от дома. Коробка большая. Коробка большая, действительно. Да, и эти подпилотажные сделаны. Это было первое. Это пилотажные? Вот эти два. А это отработанная схема, которая всегда летала. Как вот здесь, при восприятии здесь? И летает. В воскресенье. Нет, я остановился, становлюсь на ход, по крайней мере. Старайся. Интересно посмотреть крепление вот здесь, а потом не такое. Я такого не видел. У нас другое, другая система. Посмотрим. Очень любопытно просто смотреть. Я просто просто. Так. Хорошо. А вот это вот бумага, да? Вот бумага. Это бумага, да. А транспортировка как вот это транспортировка? Складывается. Бумага, да, складывается. Снимается бумага просто в рулон. Ага. Великий пучок. Вы как увидели этот змей? Смотрим, написано. Скардок. Ох, он думает, знаешь, змей? Не узнаю, не было у нас такого змея. Оказывается, едут люди на фестиваль, и пишут они скардок. Значит, знает, куда ехать. Это популяризация нашего фестиваля. Спасибо. Молодцы. Хорошо учить. Чего не знаете? Так, это кто? Киромай. Так, ребята, можете что-то рассказать, рассказывайте. Руководители тоже могут комментировать. Дима, вперед. Есть что, чей. Дима. Кто состав мой тоже на этом изменили конструкцию, сделали его разбор. Ну, я хочу. А этот тоже разбор? Это тоже разбор. Так, киса. Одна. Вот давайте начнем с киса. Тоже мы усовершенствовали. Саня, поднимайся. Так, я прошу. Першотравин. Руки в боки, ушли в сторону. Ушли вот сюда. Вот сюда ушли. Изменили просто конструкцию, чем... А как вы изменили? Каким образом? Мы добавили трубки, там трубок не должно быть. Трубки и добавили вот эти границы. Таня, подожди, переверни, крестами. И ну, добавили вот эти границы. Так, и на хвосте... Какие трубки? А, вот эти вот, чтобы можно было его когда раз и сложить. Нормально? Да, вот так.
Для чего мы проводим стендовые оценки? Не только для того, чтобы поставить оценки ПАУ, но для того, чтобы пообщаться друг с другом, посмотреть конструкцию. Обмен опытом, совершенно верно. Вот мне, например, очень интересно, как сделали. Почему мой год рождения, на ваше мнение? А он так как раз основался. Основание города. Основание города. По вашим змеям. Теперь вы расскажете. Со основной змей. Сделал нож, из чего усовершенствовал, вставил крестовины, был разборной. Это получается уже разборной. Тоже там две крестовины стоит. Ну а там в трубочках все не по схеме, получается все нужно. А мы сделали трошки усовершенствовали. И тоже собирается. Да, радуется, да, все складывает. Это прицепной получается. Конструкция откуда? А, вот. Конструкция. Самого маленького. Сам делал это маточка. Конструкция. Конструкция это вообще считай магазин. Сам доделки. А тоже можно. Доделки наши, этого... а вообще нет, это у нас, ребят, у нас фестиваль не обязательно, чтобы делать. А вот это маленький. Вот самый маленький делал, это его меньшая бабочка. Две проволочки и две доски. Так, простая цель. Он не хочет? Это что за аппарат? Это змей НАКО называется. НАКО? Да, НАКО. Параплан, в общем-то. Только немножко другая конструкция. Он не надувной? Он не совсем надувной, но можно даже сейчас показать, в принципе. Можно. А если можно? А если сейчас? Сейчас? Просто. Давайте. Коробчатый змей. Вчера я видел, Жори пускал два. Нет. Два коробчатых. Это у нас нет. У нас сейчас сдвоенный Поттер привезен. Вот тот вот. Сдвоенный Поттер. И змей Ульянина. Но змей Ульянина вы действительно уже видели. Он, правда, сейчас... У вас еще была... Была связка, но связку сейчас не взяли. Просто рук не хватило. Бамбук. Бамбук и плоские рейки. Да, а здесь вот это что такое? Приходится на одном крыле груз вешать, он перевешивает просто. Это просто особенность конструкции данной. Ничего особенного. Ну и заодно вот эти колечки, они про запас, чтобы если поезд сделать, чтобы можно было цеплять. Так, я положу пока. Можно? Да, да. Бух? Ну да, разумеется. Так, вот эта махина, а? А? Ну если пробежаться, он полетит здесь сейчас тоже. Я сомневаюсь, что он полетит. Меня лично интересует конструкция. Там на кембриках собрано. Кембрика? Да, это кембрики. Здесь нет одного жесткого элемента, здесь все мягкие элементы. Алюминий, да? Алюминий. Бамбук, алюминий. Он, кстати, получился один из самых легких. Так, а как же тут кембрики, а? Они вшиты. Вшиты в ткань? Ну, и нет. И в них продето... Кембрики пришиты к резиночкам, и резиночки закреплены на трубке. Автор этого змея Трофимов Владимиров сейчас служит в армии, не хочет возвращаться. Из армии? Ему правильно делает. Я бы тоже сейчас в армии. Ему сильно понравилось. Ага, и служить. Угу. Можно эти змеи подержать вообще? Да, конечно. Возьмите. Так, за края. Если кто здоровый, можно пробежаться, он сейчас подлетит здесь, только бы на провода не посадить. Не надо пробежаться. Не надо, да. Ну, конечно.
Так. Это чей? Ваш. Это тоже наш, это тоже змей Конина. Вам змей или вот цвет понравился? Нам все понравилось. И змей, и цвет, и то. Ты приседай. Задрав. Вы меня все задрав. Так, вот часть для всех. Наша задача летать. Делать змеи. Вот, например, летчик, он летает. А еще есть техник, который обслуживает самолет, ремонтирует. И он остается, как закон Сидартин. Да. Палыч. А это розовый слонята, да? Да. Ну что, ускорился. По цвету сразу видно. Видел, все. Он не обманывает, правду показали отлично. Шестой раз проезжаем в ваш честный город. Вот, рассаживаем змеи, Чепаравская краска, вы знаете. Да. Вот, летаем мы, как все. Стараемся не подводить, Спасибо, Тронов. Спасибо. А это типа... Вот это... Веселый ветер, он видишь, он дует. Ага. Точно. Дырку мы сделаем. Багдисец нам сказал, что дырку сделаем. Дырку сделаем. В небе. Не, ну Павлоград это знаешь, не так сказать. Аксакалы засевали седное небо. Так, дальше двинемся. Павлоград. Вот этот. А что ты не судишь, они никогда не понимают. Попало так как. Не. Я хозяин. Значит, экспериментировал, вот это же с узелками. Сделал узечку и с узелками. Короче, дальше, да, методом научного тыка называется. Почему здесь, а не здесь? Не здесь, не здесь. Почему не на край? Вот разделил вот это вот на три части. Одна треть, а тут самый край. Значит, хвостом регулирую вот его поведение. Ну, хвостой сила ветра. Все, да. Много ветра. Значит, при умеренном ветре он практически становится вот в зенит. Вот этот вот легенький. Он легенький и в зенит. Тот немножко тяжелее. Ну, не так вот. В зенит не уходит, но это, я, видишь, больше сделал компропитанный. ПВ-шка, и здесь хорду больше сделал тоже. Ну, он тяжелее. Значит, скрепка. Они разборные. Они все разборные. Вот это, видишь, написано. Все. Так, по десерту не верить, это цыгане ходят по домам, забирают платки, я знаю. Не, мы покладем. И он нормально летает нормально. Чуть-чуть тяжелее получился, но тоже так самое. Я бы сделал, например, больше. Ну, пожалуйста, ну я сделал больше дела, она у меня... Трошки хуже. Да. Кто с трубой? Значит, с трубой, вот из вот тех мы сделали. Ну, мы с трубой экспериментируем. С трубой экспериментируем уже давно. И вот шире уже, вот это у нас такой оптимальный вариант. Делаем еще больше. Ну, транспортировки, они не разбираются. Ага. Транспортировки хуже. Хуже. Вот. Они не разбираются. Ну, у нас планшет, имеет все планшет. Но аэродинамический. И тоже при умеренном ветре заходят за голову. Ну, будем говорить не 90 градусов, а получается 100. Под 100. Да, я... А потом и вот он раз, и вот когда он уж уходит сюда, он начинает сыпаться. Раз, и да, опять. А потом о своей половине. Да. Да. Вот они. Там еще один вот, поезд. Как это? Вот так, узечку, сторону, узечку цепляли. Вот чтобы угол вот здесь был примерно 30 градусов. Ага. Вот так вот я его регулирую. Вот так, чтобы задняя узечка. И опять-таки не было. На края крепить. Нет, почему? Не на края. На края крепили, он, ну, как тебе, больше он болтает. Неустойчивый. Неустойчивый. А вот так вот я
Ну так это уже по экспериментальному. Ну, в воскресенье на аэродроме мы... Да, вот смотри, да, вот видишь, проверим. Вот смотри, посмотрим. Раз, и он уже уходит. Ага. Тоже легкие, из волокнянки, аэродинамические. Если больше... Класс. Так. Его, Вот змеи должны быть с бумагой. Еще да, еще да, господа руководители, я прошу обратить внимание, отвлекитесь от ваших беседы. Да. Вот, это девушка, женщина, красавица, спортсменка. Казалось бы, это змеи мужской занятие. А нет, нету ни границ, ни временных, ни возрастных, никаких. Вот, пожалуйста, сама девушка делала, Оксана, умница, молодец. Пятница на субботу, ну пошел субботу на воскресенье, воскресенье на понедельник. Так, быстренько все ушли в сторону, вот туда. Вот туда уже. Кадок. Пошел, приходите. Кадок. Что у вас новенького? Кадок. Thank you.
сматерся, я не собрался. Я даже шо вы это? Там вы выглядите. Ой, давай.
Сейчас вот сели, что тут такие остались. На все будет согласен, как уехать. А, не знаю, куда ехать, да? Не знаю, потом надо будет его. Нет, там дальше.
мне дочь. Добрый? Добрый. Ура. Сначала пообедаем. А ну ладно, хорошо, да. Осторожно. Thank you.
Хорошо. Це від целлюліту. Машина так, що нормально. А ще целлюліт. Thank you.
Вы уже? На той стороне? На той стороне? Да, мы? Да, да. Вы уже или еще все? А? Вы уже или еще все? А еще трошки побудем. Я, наверное, сейчас уеду. А? Если придет, я сейчас уеду. Рыбаки ловили рыбу, поймали рака. Целый день они искали, где у рака шея. Мы поймали, да, чего-нибудь, да? Хорошо. Так слушай, Володь, а как мы их кушаем? Сварить? Ну, я знаю, что сварить. Что, сварить. Так как где? Открыл. В воде, прокипятить, как яйцо. Идем к тебе, варим. Конечно. Слышно? Он сам придумал. На костре. Идем к тебе. На костре. Можем на костре. Организовать костер. А можно на костер? Камыш, а мы попали. Вообще жарили на... А вот на жарить я раз пробовал, помню. Пожарить. Так давайте сейчас его шалаш разберем и пожарим. А, то есть открыть, а потом пожарить.
Понимаю, что финансирование народного образования и внешкольного движения в частности оставляет желать лучшего. И поэтому на призы порой денег не хватает. Вот вы знаете, кубки у нас не разыгрывали в первые года. Получали грамоты, вентилочек, ну и были довольны. А почему бы не расширить нашу материальную базу, вот именно на награждение. Так что если у кого-то там есть, например, в Павлограде там есть какой-то там... Знаем, там какое-то дерево растет, и цветок этого дерева диковинного к нам привезут. Мы будем счастливы. У нас счастливы. Все диковины. Вы сами придумали, за что вручать этот приз. Вот, например, дает приз за самый неудачный полет. Да, за самую хилую конструкцию. Совершенно верно. Вот донецкий чайник, лучшему чайнику, то есть который там хуже всех пролетел. Понимаете? Сел в лужу, сел на корову, сел на дерево. Да. Вот это тоже такой вот элемент. Я считаю, что в соревновании все, кто принимает участие, кто-то побеждает, кто-то не побеждает. Кому-то ветер помог, кому-то ветер навредил. Но никто не виноват, что тот, который проиграл, он, возможно, и не хуже. И мы вот приз вручаем на областных соревнованиях за самому команде, которая заняла последнее место. И приз называется «Достойные победы». То есть они достойны победы, но они получили. Но они достойны этой победы будущего. Итак, награждение производит председатель оргкомитета фестиваля Емельянов Владимир Константинович, ваш покорный слуга, Виктор Андреевич Маркин, директор центра. Каждая команда, которая проявила себя в фестивале достойно, я считаю, что летали все в меру сил и возможностей, получает диплом лауреата фестиваля за меня возьмешь, ладно? 2007 года и памятный вентилочек. За меня возьмешь. На вентилочке, кстати, имеется электронный адрес, так что обращайтесь к нам по этому адресу, будем общаться. У кого есть таких 5 штук уже, а? Да, некоторые команды поделитесь. Уже... Не поделитесь, нет. Просто кто уже 5 раз приезжал к нам? Подряд, вот. Павлоград, Москва без перерывов, Донецк без перерывов у нас. Так что есть некая команда, у которых уже такая галерея, так получается сегодня. Я просто спрашиваю, кто у нас уже был 5 раз приезжал? Команда Донецкого областного центра школьников и молодежи по авиаконструированию и воздухоплаванию аэронавтика города Донецк, Украина. Ура! Ура! Команда СТК Крылатская, город Москва, Россия. Давай. Команда детско-юношеского клуба Калининского района, город Донецк, Эврика, Донецк, Украина. Валя, повернись лицом! Кружок сортовых моделей станции юных техников, город Вознесенск, Украина. Команда очень достойная. Команда СТКНМТЗ, город Новомосковск, Украина. Фотография на память, фотосессия. Так что, ребята, если кому-то надо зафиксироваться, мы даже можем повторить процедуру. Команда областного центра НТТЭТ и ТУМ. Днепропетровск, Украина. Подождите, фиксировать его. Спасибо. Так, нет. Ты берешь вентилочек. Рук не хватает. Команда ЦВР, город Новомосковск, Украина.
Команда Арабат, город Геничев, ну вы знаете, мы приехали, опоздали на построение, уехали раньше, но тем не менее. Это наши местные, они... Сколько денег дали, столько. Так, команда Тако, общество японской культуры Татикадзе, Николай Украина. Тоже несколько слов сказать об этой команде. Команда, посмотрите, включая себя, тендитную девушку и маленького ребенка. Но как они летали, это... Я просто снимаю шляпу. Спасибо. Награждается кружок свободно летающих моделей СЮТ Вознесенск, Украина. Команда Форсаж СЮТ Перша Травенск. Тоже эта команда. Спасибо большое. Команда Розовый слон, город Киев, Украина. Сегодня слона нет, но он прислал достойных ребят, которые показали, что столица Украины в нашем фестивале участие приняла. Аэрокосмическая группа «Галактика», город Скадовск, Украина. Есть? Нет, вот, представитель, идем. Подождите, позируйте. Владимир Костович, тоже поворачивайтесь. Да, да, да. Наши люди. Так. Команда Дворца творчества учащихся, Николай, Украина. Поветряный мандровник, Витебск. Белоруссия здесь? Нет. Здесь. Она у нас в Скадовске, но не здесь. Они летали на острове, перекупались. Кстати, видно, кто был на острове. Вот красное лицо, вот у меня, значит, были на острове. Да. И все свернули. Команда. Замечательная команда, которая принимает у нас участие без выходных. Это «Веселый ветер», Павлоград, Украина. Спасибо. Спасибо большое, Анатолий Анатольевич. Замечательная команда. Нет, не все. Нет, не все. И команда ИКАР, город Киев, Украина. Команда ИКАР, это тоже розовый слон. Это наши энтузиасты. Энтузиасты. Личные грамоты. Мы решили, что некоторые руководители у нас заслужили личные грамоты. Не все, но некоторые. Особенно отдаленные. Вот Казаков Александр Александрович, это Москва, это к нам приезжает постоянно. И Ефимов Александр Владимирович, тоже Москва. Так. Так, это мы закончили награждение команд. Мне нет твоей грамоты. У вас много моих нет. Кроме всего прочего, у меня твоей нет. У нас в каждой команде есть, так сказать, участники. Участники тоже. Это самые, ну, те, которые делают работу, тоже получают. Задержимся. Лысенко Виктор Николаев. Остапенко Алексей Николаев. Рощин Даил, Пешатравин, золотыми медалями. Золотыми. Нарождается Дробот Сергей, Новомосковский. И грамота на медаль, это типа там удостоверение. Удостоверение, да. Куделя Вадим, Вознесенск. Романов Артем Николаев. Романов Артем. А, он с родителями. Вешай. Водителю. Рощин Данил. Браво! Это наше будущее, это наша смена, это наша надежда, это наше все. Ради них мы с вами ведем свою работу. Так. Еще двумя ценными подарками награждаются юные наши участники. Это секундомер, часы, таймер,
работает на глубине до 300 метров и на высоте до 10 тысяч метров, не ломается, показывает время, часы, все. Нарождается. Волков Дима, Днепропетровск, Украина. Вот он, вот он проживает. Вот он, Дима, вот он. И грамотно подтверждает. И Мережевка Максим, тоже наш юный участник. Таким же подарком. Держи. Поприветствуем наших юных участников, которые... Я надеюсь, из года в год будут к нам приезжать, и мы будем смотреть, как они растут. Не только в рост, но и их недостижения. Так, ну и. Сейчас, я буду читать. Мы разыграли в этом году вот эти 4 кубка. Большой кубок, переходящий кубок «Розовый слон» за номинацию «Змейковый поезд», вы знаете. И 2 малых кубка. Я считаю, что кому бы ни достались эти награды, но все команды достойны этих наград. Ну просто кубков мало, команд много, так что если кому-то не хватило, выбирайте. Привозите еще. Да, привозите еще. Так, награждается кубком. Вот начать. За активное участие, за ежегодную работу по организации проведения фестиваля, за полеты награждается аэрокосмическая группа «Галактика» город Скадовск. Ну сам себе. Так, Вова, грамота. Водку из него пить хорошо. Они Сейчас он выбирает. Так. Награждается команда, которая ни разу не пропустила наши соревнования. Это команда «Веселый ветер» Павлоград. Также награждается кубком. И грамотой. Спасибо за ваши полеты, за вашу работу. Мелковато для тебя будет, да ничего. Хочу отметить команду дебютанта, которая у нас впервые показала себя на фестивале. И с самого первого дня, вот когда мы после открытия вышли все на пляж, и эта команда летала как никакая. Это просто спасибо большое этой команде. И они в «Змейковом поезде», вот они первые запустили «Змейковый поезд» там на пляже в день открытия и пускали его, сегодня летали, каждый день. Это команда «Форсаж», город Першотравенск. Ура! Спасибо. Спасибо большое. Кубок переходящий, но надеюсь, что на следующий год этот кубок снова будет стоять здесь и будет искать. Я не приеду. Кубок себе оставим. Могут другого. Ну посмотрим. Разберемся. Так, ну и большой кубок фестиваля. Большой кубок фестиваля. Ребята, тоже мне было крайне трудно. Вот жюри мы совещались, кому бы его вручить. Все достойны, ну буквально все. Даже скадовчане. Но вот хочется сказать, эта команда, которая получит этот кубок, у них такие змеи, которых, ну, в общем, я не видел никогда, ни в одной команде, нигде, никогда. Когда они летают со своими змеями, конечно, если позволяет погода, это просто сказка, это просто надо посмотреть, надо видеть. Я говорю о команде города Москвы. Спасибо. Ни разу не пропустили, всегда прилетает, летает. Спасибо большое. Так, в заключении я хочу еще сказать несколько слов. Ну, естественно, благодарности всем участникам. Прошу принять извинения. Может, что-то было у нас не так в организации, в проведении. Все это возможно, все это реально. Я признаю, что могли мы в чем-то сделать ошибку. Пожалуйста, замечайте. Mm-hmm.
Нет. Вы мальчишек попросите, они пробегутся. А? Мальчишек попросите, они пробегутся. Женя. Придумают что-то? Жень. А что можно придумать? Ветра нет. Пробежаться. Жень. Жень, пробеги с этим змеем, а? Только надо знать, откуда ветер вообще хоть какой-то идет. Он сейчас с моря, вернее, на море. Что? Пробеги с этим змеем. Надо вот с той стороны конечно, бежать. Кому надо, соревнования закончились. Что? Ну что, мы хотим понять. Комары загрызут. Так на такой лёгкий запускай. У него энергии не хватает. А классный змей светится. Ну конечно, да. Помоги ей, а? Помоги Оксане. У него энергии не хватает просто. Ой-ой-ой. А, мы запустили и тут палочки повесили. Плохие палочки повесили, его вообще не видно. Ну у нас тоже плохие, половину вообще не надо.
Видно что-то? Нет, не очень. Чуть-чуть там мелькает. Если бы туда подсветил кто. Вон, видно уже, мелькает. Фары подсвечивают чуть-чуть. Он, правда, там крутится, как бешеный. А он то падает, то опять поднимает. Прям туда там. Не дергайся, сядь вниз пока. Смотри вниз. На видеобилете? Есть. Глазка покажет, я не вижу. А вон они прямо возле людей, дядя улетит. Это экскурсия наша пешеходная, это будет длиться 2,5 часа. За эти 2,5 часа по экскурсиям два объекта покажут. Зоологический, ботанический парк, где ты можешь увидеть, как станет новым. Но прежде чем начать нашу экскурсию,
Я предлагаю вам пойти в кино, познакомиться с историей нашей земли. Это моногамная птица. Пару образуют один раз и на всю жизнь. Самочки чуть-чуть обрезают, ампутируют крыло. Она не может улететь, а самец по первому стуку даже в открытом вольере остается вместе с ней с целыми снимами. В этом же вольере мобильная цапля. Птица интересна тем, что может долгое время сидеть и делать дуплом деревья. Птица даже может бегать хоть в океане. Когда появляются малыши, удочка опускается на землю, подойдет голос, и малыши опускаются на землю и при этом не разбиваются. В этом вольере нас красавцы, розовые фламинго проживают в субтропических и тропических поясах. Это еще не совсем розовые. Розовыми они станут на 5-м году жизни, когда достигнут половозрелости. Интересно тем, что гнезда свои делают на залитой территории. Гнезда в виде небольшого конуса. На верхушке конуса небольшое углубление, где находится 1-2 яйца. Насиживает как самец, так и самочка. Чтобы встать птице с гнезда, нужно наклониться, упереться клювом в землю, только тогда птица сможет расправить свои ноги. Вот и что. Прекрасно себя чувствует как в воде, так и на земле, но не ныряет. Черная утка. Это красноголовый нырок, пампасский нырок, родина Южная Америка, самец черный, самочка серенькая, самочка не видно. Поднимаю. Сейчас вы можете видеть, как малыши пиганочки достают эту мелкую живность из воды. Просто окунают глубоко в голову, и получается они как буёшки. Пёрышко.
Жень, смотри. Круга пляшет несколько птиц, издавая при этом характерные трубные звуки. Через некоторое время птицы становятся на место зрителей, а на их место выходят новые танцоры. Рыженькие корочки, пуховые или шелковистые поры были завезены из Азии к нам в Америке путешественника Марко Поло. Имеют очень хороший вкус, но с одной корочкой можно получить не больше, чем 30 грамм сока. Это очень максимально. Печки очень маленькие. Поэтому мне ценится как декоративная. Бывают серенькие, рыженькие, но вот черненькие пятнышки должны присутствовать обязательно. А в этом вольере королевский фазан. Назван королевским. Когда самец сердится, он расставляет крылья, и у него на спине можно увидеть оранжевое пятно. Родина Австралия. Эти птицы называют воробьями Австралии. Обратите внимание, что на голове небольшой пушок, а возле клюва вообще отсутствует оперение. Девочка, это объясняется тем, что когда птица ест, сгустки крови могут застыть на перьях головы и причинить птице дискомфорт. Поэтому природа таких неприятностей птицу оградила. Делают огромнейшие гнезда, но в одном гнезде одно яйцо. Если яйцо куда-то пропадет, в этом году птица уже нестись не будет. В Америке очень хорошо нашли применение этой птицы. Они в газопроводе пускают такое вещество, которое по всему запаху не Передача мяса происходит в воздухе. Самочка разрывает мясо, ест, а потом полупереваренной пищей кормит своих малышей. Таким образом, передавая микрофлору своего. Yeah.
Водоемы. Сейчас площадь всех водоемов, которые находятся на территории Каменного, 13,5 гектар. Также при Фольксвейне были оставлены сделаны такие небольшие острова, где гнездятся птицы. Птицы у нас на водоемах встречаются тысячами во время перелетов. Приносят на своих ножках и свинки, поэтому в наших водоемах есть рыба. Перед нами сейчас... Самец долго ухаживает за самочкой, приглашает ее в гнездо, где самочка на 4-6 дней, и сидит в гнезде приблизительно 30 дней. То есть никогда не унизится, не поможет самочке в насильстве. Наверное, он считает, что это женская работа. Когда появляются малыши, родители очень тщательно охраняют. Когда малыши кушают, родители никого кормушкам не подпускают. Только тогда, как понимание, сни деревьев. Лань европейская распространена в средиземноморские страны Южной Европы и Северной Африки. Самец имеет красивые рога, весну не сбрасывает, после отрастают новые рога. Причем в августе можно увидеть, как животное подходит к дереву, крутит рогами в ствол, избавляет от почки, которые покрывают рога. Самочки без дроги. Когда появляется малыш, он высаивает несколько дней. Полностью сливает из него, можно увидеть, что рога всего не видит. Так как и верблюд плюется, но если верблюд плюнет слюной, это животное будет плевать одетушим желудка. Поэтому это будет практически невозможно отстирать. Но вместе с тем очень аккуратное животное. В вольере есть специальное место, где очень большие яйца, одно яйцо заменяет 30-40 курей. Да, так и красиво. Это очень хорошо. На ровное место, с тем на ровном месте антилопа развивает скорость до 70 км в час. Но если земля хоть немножко вспахана, может поломать себе ноги. Первая партия сайгака была заведена в Раскане, но еще при Польсвейне. Она погибла от желудочно-кишечных заболеваний. Вторую партию